Вместе с подразделениями МЧС на месте пожара 26 марта работали сотрудники магнитогорской полиции. Сержант полиции Аркадий Солодкий спас двоих человек, надышавшихся угарным газом. 26 марта после взрыва в квартире пятиэтажного дома по улице Доменщика в числе первых на место трагедии прибыли сотрудники патрульно-постовой службы магнитогорской полиции Алексей Пенкин и Аркадий Солодкий. Но мы находились на своем маршруте патрулирования. Пеший пост 49. Находились в данный момент на Доменщиков 11. Проверяли людей по розыску. Несли охрану общественной безопасности. Услышали хлопок. Выдвинулись сюда, увидели дым. Мы включились в работу, да, начали отводить людей по стороны. Аркадий рассказывает, что за 2,5 года службы в полиции впервые работал на пожаре. 23-летний полицейский не растерялся, бросился помогать пожарным выносить людей, надышавшихся угарным газом из задымленного подъезда. На втором там была женщина, получается, в квартире. Вот ее парень с МЧС вытащил, отдал мне ее. Я ее спустил вниз, отдал скорую помощь и сам дальше пошел туда же, на пожар. Плохо себя чувствовал, да, она. Она была в полуобморочном состоянии. Потом я вышел и пошел в соседний подъезд, потому что там тоже требовалась помощь. Вот. Зайдя в 7-й подъезд, парни с МЧС мне на 3-м дали одного парня. Вот я его тоже спустил, в скорую помощь отдал и пошел дальше тушить. После спасения пострадавших Аркадий помогал сотрудникам МЧС тушить пожар. В этот трагический день молодой полицейский вернулся домой глубокой ночью, весь мокрый. Аркадий Солодкий рассказывает, что работа в полиции, помощь людям в экстремальных ситуациях – его дело. Парень целенаправленно стремился работать в правоохранительных органах. В Цхинвале я служил, в Осетии, в Южной. И вот там у меня все желание вышло, чтобы быть в полиции. Помощь людям, это знаете, как, мне это хочется делать, чтобы всем помочь, чтобы все были счастливы, довольны. Аркадий отличный человек, понимающий, добродушный, всегда придет на помощь, отозвется в любую минуту. В настоящее время в доме полным ходом ведутся восстановительные работы. Территория находится под охраной. Фактов мародерства в ходе этой трагедии зафиксировано не было. Охранное предприятие и полиция контролируют ситуацию. Александр Бондаренко, Юлия Никифорова, Владимир Овинский, телекомпания ТВИН.